Кажется, очень сбалансированный герой этот Тупант. Нет вроде никакого такого прям перевеса, что там жадно. Такого нету, все сбалансировано. Герои самое главное, это пан герои. Да, и Рамзес на морфе хороший, Дум Мейера там нормально на нем играет. А, я думал, ТПО, я думал, я вообще не помню, что он согласился, просто, знаешь, поддержал. Так, нас нападают на Антарза и Антарес Таверну. Сэвэджем бьются. Сэвэджем пытается душить, но просто Антарес фокусит немножко не того героя. В итоге прилетел у нас Соло, забирает Оли. Вот почему у него фокусили, нужно Сэвэджа также забирать, пытаться. И его душат. В итоге гранатка летит и забирает. Соло прекрасная перетяжка, делает даблкил у нас Алексей Соло Березин. Так, здесь врывается на Алексея Соло Березин. У нас нападает на Сэвэджа. Сэвэджа фокусят. Сэвэдж неприятно. И Сэвэдж тезжает Таверну. Приходит Микота. Шека повышет, прожимается. Забирает Алексея Соло Березина. Оли спасается. Нет, не спасается. Фокус Файр Мейера. Но он очень крепкий. Да, и у него был Айс... Вчера был вам пример против спиритов, да? И можете проиграть. Там у нас умирает Антарес. Микота его набрил. Но здесь нападает на Джапса. В итоге атака закатывается обратно. Соло также в Таверну. Киатака Джапса, видимо, тоже не убьет. И как бы он тут сейчас сам не отъехал бы, Киатака... Наоборот, разочарование. В зависимости от того, кто драку выиграет, нападает у нас на Киатаку. И вот они, те самые эмоциональные всплески начинаются. Киатака пока отступает, Джапс убегает. Начало ужасное от талонов. Файта прыгает у нас на Рамзеса. Рамзес превращается в лансер, нажимает допель. И теперь контратака по Сэвэджу. Лассо взрывает его. Оли молодец. Нажимает также Роллинг Тандер. Дал он шанс лансеру, но этого сделать не получилось. Сэвэдж у нас тут, ну, по фокусу не попадает. Соло стоит, взлетает на Лассо. Посади уже впереди. Ой, хороший дизрапшн, но сейчас... Сейчас будет, друзья, Роллинг Тандер. Пошел, конечно, у нас от него Доппельгангер. Киатака до конца бежит. Но сейчас за это может быть наказан. Киатака, если что. Да, он запрыгивает на хэкграунд, получает фокус фаер плюс арену. Там и копье сейчас будет так же. Копье сохраняет, кстати говоря, смотри, молодец. Джабс выдержка прекрасная. Да, он в Антарес копье. Соло красный, Антарес красный. Соло забирает, минус Соло. Антареса тоже должен будет убивать. И минус 3. В принципе, напали-то круто. И Рошан, смотри, залагал, что ли, Рошан? Улетает. Так, что происходит? Рошан улетел обратно. Что творится, я не понял. Там минус Соло. А сейчас же день. А что творится, не понимаю. Так, Рошан выходит из Рошпита. Что... Сейчас же день. Почему он вернулся обратно? Почему дерется ходит? Бета-версия Микота у нас нужно быть осторожнее. В итоге получает у нас Микота здесь Дум. Рошан падает, поднимает все-таки Рамзес. А Игис какая-то жесткая суета сейчас случилась. Рамзес теперь можно драться с Сэвэджем. Инферно Блэйд дать у страйк. Нажимается. Добрый пытается Сэвэдж драться до последнего. Но нет. Джабс приходит, убивает Мейера. Но, наверное, его сейчас за это также накажут. И полетел Рамзес вперед. Кью на себя внимание отвлекает. Забирает Киатаку. Слушайте, ну молодцы, что там как-то, да, делались нормально. И так далее. Рамзес, он превратился в ВР-ку, привязал, смотри, Оли сейчас. Но перекачка-то у него там серьезная в силу, ему трудно бить, он очень долго бьет, но забирает они Оли. Ладно, забирает также Джапса, минус 2. Неплохо Панда, Сэвэдж, настоящий, вот оно, видели настоящего. Привязочка от Рамзеса полетела, браво, Рамзес! И опять Кью, ну теперь хорошо, дизрапшн. Сможешь спасти, у нас интересный лансер, Сэвэдж промывается, Рамзес забирает на Сэвэджа и... Минус 3 оформляю здесь на импандус. Ну и теперь можно 2 тарабанить. Спасается мистер Микота. Там у нас сейчас, знаешь, 2 героя находятся на боте. Нападаю, все равно панды, смотри. Все равно напали на Джапса, Рамзес. Джапс нажимает телепорт. Рамзес! Рамзес поймал какой-то тайминг, а? Атака неудачная. Опа, кого это у нас увидели? Увидели? Увидели нас Сэвэджа, Сэвэдж спасает. Кет так и застрял немножко, но сейчас слезет, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая суета неприятная происходит. И опять иллюзия лансера наводит просто безумно какой-то экшон. Кончается Роллинг Тандер, теперь будет неприятно драться панда труднее. Много без лицемейта Пангольера. Панда-то понимает, пытается уйти. И Талон понимает. Мира! Получает Шеку. Рамзес поддерживает его. Пытается убить. Не получается. Получает у нас Мира копье. Забирает его. Олис умирает. Минус Соло. Рамзес под фокусом находится. Рамзес превращается в Эркрыш. Вадвинран. Пытается убить Кью. Забирает Кьюшку. Пытается драться, но уже сложнее становится. Здесь минус Кетака от Сэвэджа. Нападает на Рамзеса. Рамзеса пригвоздили, друзья. И упинают все команды. Умирает Рамзес. Минус 4 оформляет Талон. Ужасный файт. И команда Импандас. И... Да? Но зато дерутся классно в мидгейме или в лейте. А панда у нас пока что тут все кривовато получается. Последние 2 дня залетает Соло, подставляется. Есть по нему контакт. Минус Соло, забирает его.
Появляется у него баттерфлай, но Рамзес без бая, друзья, если что. Итак, смотрим, есть врыв, полетел какие атака. Будет ли какая-то поддержка, нажимается БКБшка, Дум получит Марс. Марс задумили, он не сможет там свои поляны. Получает Дум Рамзес, ворованный от Рубика. А вот это вот интересно, и пауза ставится. И там кончится файт. Смотрим. Но они его не фокусы, все-таки там дали лассо по Сэвэджу. Серьезно, да! Вау! А это мы не рассчитали! Ой-ой-ой-ой-ой! Я думал, тут что-то драка бы проиграли командой на импанс, хотя еще, возможно, впереди мир Рамзес. Рамзес их забирает у нас. Зафокусили его также. Джабс у нас после Дума приходит, получает дизрапшн, но его сейчас тоже можно будет разорвать. Бей по нему Антарес, мана кончается, но справляются. Я думал, то, что вообще беда для пан сейчас будет, но нет. Еще не конец, Кью спасается, Шекл там полетел, Кью пытается уйти, блинк, телепорт, все. Все, все разбежались, разлетелись у нас сильно. Это что такое? Опасный момент, возможно, будет решающая драка сейчас, потому что, смотри, если какая-то из команд выиграет драку, она забирает Рошка с Аганимом, там, со всеми ништяками. Ошибка. Серьезные такие атаки, что он здесь делает, непонятно, его нужно как-то спасти, получится, нет, не получается, минус Киатака, начинается драка уже в меньшинстве. Киатака у нас без байбека, не хватает ему 100 золотых, умирает соло, минус 2 оформляет команда Талон, пошли байбеки от Кью, он там его забрали, но это не важно, потому что Кирита все еще в живые, Рамзе забирает Оли, но это, опять же, саппорт. И как бы сейчас сам Рамзес здесь не отъехал, сбивается Линка, Дом не получается дать, есть копье от Джабса, фантастическая, Мейра, фокус по нему работает, минус Мейра, Рамзес, где там Рамзес у нас, Мейра сдохнет, конечно, тут сомневаюсь я в этом, добить его нужно, все еще не добили, добивает Рамзес, ну ладно, Рамзес ушел, но драться трудно, все, им очень трудно драться. Блин, да баньте лансера, да неужели, поймали еще Рамзеса? Рамзеса фокусят у нас, пошли байбеки. Ну, такой крепкий он, да, дизрапшн, чем-то называют, опять у нас здесь, знаешь, что делает Кью, у него какие-то странные дизрапшны очень. Вот он их дает все время. Ну, знают его, так ему и надо. Свои же прибили, да. Есть Рошанчик, там Хекс, арена полетела, БКБшка Джабса, Джабс, копье нажимает по Мейра, Мейра, копья по нему пошли, неприятно, очень Мейра, ну а Еги забирает себе код, дальше не увидел, сын поднимает себе Джабс, если что, Ганим не видно было, увидим потом, кто забрал, нападает на Рамзеса, Рамзес нажимает Манту, отступает, сбоку у нас там прыгает на Микоту Антарес, но Антарес занят у МКБ, поэтому... Виндан не пробить, но можно нажимать же Enchant, естественно. И Rolling Thunder, там дается Дум сбоку. На кого? Дали на Джабса. Джабса, Глиммер, Форстаф, и до того Рамзеса с иллюзиями забирают. Все-таки у нас Джабса. Нужно отступать, пытаться. Пытается здесь панды поймать и убить Микоту. Забирает Эйги, сняли. Там возвращается Джабс, вылетает сюда. Арена у него в КД еще 50 целых секунд. Снимается Эйги, возвращается обратно Микота. Тут Севеш напрягает на Киэтак. Киэтак нажимает роллап, укатывается подальше. Rolling Thunder очень долго, там большой КД, здесь что сбоку у нас напрыгивает на Джабса, пытается темпинаться, бьет его Рамзес, нажимает Глиммер, спасается, у него есть Аганим, видимо, да, он именно он поднял Аганим в Рошпите, если что, так что он вот такие пиоэты совершает, минус Киатака, Киатака в таверну направляется. Вот с байбеком, может вернуться копье в Мейра, Мейра в таверну. Опять же, и лансер все это время выживает. Он все время бьет. Нет чем бороться просто с лансером здесь у панта. У них не получается. Лансер наводит невероятную суету. И такое ощущение, что просто панды не могут понять, что делать за миссия. Из-за этого могут быть. Как бы в трон панды могут пойти. Мы такое уже видали. Упрыгивает Микота в бок. Мейра дал БКВ, получает Порш. Если что, дал Дум. Дум-то он дает, конечно, но Микота отступает отсюда, все. Он ушел из-под фокуса, соло там дал релей, он еще в линку дал лассо свое, беда, беда. Джабс БКБшку нажимает, впитывается у него в порядке у Джабса сбоку. Соло почти отъехал, соло умрет, минус соло, нападает на Рамзеса, Рамзес, таверна, без байбека, все, конец. Он без байбека, друзья, ГГ. Сдаются, сдаются панды. И могли они это выиграть, но вот просто гладиатор номер 2 и опять этот лансер. Ставится здесь в центре от Кью, чтобы заблочить спот, да, чтобы не было отводов. И сейчас, друзья, будет нападение. Есть гаш, да. Пытается Кью переезжать здесь соло, закрыть проход, не получается, но получается его самое главное убить. 1-0. И атаки. Перетягивается соло, нападает на Микоту. Микота, бомбочки пошли. Микота врывается вперед, он пошел вперед, наоборот. Он не боится, он сражается и забирает Киатаку, вау. И на это трудно будет зафиксировать имущество соло.
Так, там двойки. Чайник полетел. Реваш нажимается. Не достает Домиер. Но есть гаш, замедляющий его. Надо его добивать. Что у нас там у Сэвэджа по паунс? Да не важно, что не по паунс, потому что забирают его. Момент может быть неприятным очень. Это преимущество. А здесь телекинез. Дизрапшн на себя дал. Ничего страшного. Метеорка стоится. По двум героям подает. По трем даже по соло вроде. Спануло также и соло. Да, минус соло. С другой стороны минус соли. Первый килл команды Nine Pandas на 15 минуте. Что у нас Антарас Антарас выживает. Он стоял фуллоу. Микота там ночью его не видно было, если что. И вот так вот. Реваш даже не пожалели. Реваш был лишний. Ну, ничего страшного. На верочку пытались пацан забрать его. Там потом убили Киятаку. Божечки ты мой, а что творится, панды? Вы че, мужики? Так, а ну-ка. Взяли себя в руки здесь. В рейв нападает на соло. Убивает Алексея. А это уже 9-1. Это кто же очень опасно действует. Там кого цепляют. Поймали Мейра. Но это точно никуда не уйдет. Тут такой опции, как Ренант, нету. Реводж не пожалели. Достает до Мейра и забирает Мейра. 12, вдумайтесь, на 1. Еще раз. Все смеются и не объясняют никто. Так, там у нас врыв нападает на Рамзеса. Вортекс пошел. Метеорхаммер залетает. Рамзеса забирают. Вау. Так, Антареза увидели, цепанули, работает Вортекс, ну и Антарес таверну отправится, или же нет, пытается улететь, досты, и это минус. Антарес, еще один килл, слушайте, знаете, что самое смешное, один килл всего лишь, возможно, будет не один, возможно, будет второе сенсационное убийство, нет, не будет, Рамзес перекачивается прям под Рубика ворованные. Фантастик просто и... Всего лишь при таком счете. Ну, мне кажется, просто мало концентрации у них. Антарес. Антареса бьют. Микота умирает. Антарес выживает, смотрите. Но это таки не считается еще. Реваш! Царский реваш. Метеор в КД. Минус Антарес будет. А поддержка где? А поддержки нету. Джабса фокусят. Кью. Дизрапшн нажимает. Приходит Сэвэдж наконец-таки. Пошел Чайничек. Чайничек прыгает. Под Джабс попадает. Ну, там пайпа. Получает рор. Наконец-таки они делают. Друзья, килл. Опять Рамзес без перекачки. А Спиритов и Пант сильно штормит. Здесь нападает Мейра. Пошел процесс, Оли нажимает рор ворованный, молодец Оли, сейчас у нас возможно будет ответный рор в кого-нибудь, но не в Джабса, лучше в Микота пробовать, не получается, чайник полетел хороший, но Микота спасает, чайник продолжает прыгать и ладно, минус Мейера, дальше на Рамзес, Рамзес нужно промываться, уходить, все, промылся, нападает на Соло, Соло фурстафается у нас и... О как. А тут Хекс на Мейера. На паре с боку Кетаку пытается бить, но там Ренант, то есть что есть, его не фокусят. А вот Мейера можно, да, забирать. Он выдает рор. Рубик у нас рор не ворует. Реваш нажимается сбоку. Минус Мейер нападает на соло. Минус соло, минус 2. Приходит куда, пацаны? Зачем? Уйдите. Что делаете? Бэк, все. Бэк ту бэк. Куда Рамзес залетает? Рамзес прыгает куда-то непонятно. Умирает, пацаны. Вы что вытворяете, панды? Вы в порядке? Что творится? Киатака последний с БКБ. И Киатака у нас, в общем-то, уходит. Но в итоге... Ну, вторую сторону я не несу. Не, Рамзес залетает. Так, смотрим. Опять получить дизрапшн. Хекс там не КД. Нет, не КД. Но нажимается БКБшка от Рамзеса. Рамзес пытается лупиться. Сражается. Кого бить? Кого бить? Чайник. Нажимается. Сэвэдж. Сэвэдж на Сейгис. Он прыгает на паунсе. Чайник. Кончается здесь, рор, поймали, кстати, Микоту. Микоту можно убить, нормальный стрик снять. Снимается Рамзесом. Вот, вот. Начинаются первые шаги, друзья, к камбэку. Цепляют на Сэвэджа, Сэвэджа нужно постараться также убить, друзья, но тоже хороший на нем висит стрик, ну ладно, хотя бы Джабса. Окей, минус Джабс. Сэвэдж сам приходит в руки команде Nine Pandas. Нажимает дипшраут, улетает на телепорт. Чтобы Дэнс улетает на телепорте, ушел. Ну и пошли. Так, здесь залетает на Антареса, Антарес. До свидания. Тут Микота прыгает, Вортекс падает, Соло, там нажимается рор. Сэвэдж на паунзе упрыгивает. И два ББК уже выбили у нас спант. Ничего страшного, саппорт. Кири все еще живые, пока БКБ у Рамзеса есть, все в порядке. Атака БКБ имеется. Не в КД, здесь у нас Пайпай тоже имеется. Рошан, друзья, горит. Там огоним, если что, еще спанты могут камбэкнуть реально эту игру. Главное, сейчас Сэвэдж запрыгивает, сбивается Линка, Икс поднимает Киатака, дальше я не вижу. Дальше пока что не понимаю.
понимаю, Ганим украл Бестмастер, все нормально. У Сэвэджа, если что-то у него, нету ничего. Ловить, пацаны, убивать камбэк и делать камбэк на камбэк. Постараться можно, дизрапшн нажимается. Выиграть время у нас там пока кью сбоку. И так, да и по нему фисты чины по Рамзесу. Каким-то образом я не понял, как это было. Но, в общем, кью у нас умирает. До свидания. Киатака вперед на Микоту. Микоту ловить, хорошо. Поймали Микоту. Минус Микота, найс. Ловить также Оли можно. Фисты. Вперед, мужчины, давайте за СНГ, панды. Бьют Оли. Неужели это смогут сделать? Забирают Оли. Минус 3 делается. Да, там, конечно, баев повыбивали из тоже... Сыра нет. А где сыр-то? Куда он делся-то? Кто сыр съел? Так, ладно, тут у нас вейформ, Рамзес вот так опять начинается, забирает мир, он рор выдает перед смертью, неплохо. Рамзес, нужно кого-то бить, Рамзес пока бить никого не получается, умирает соло, в том числе, они просто без байбека, они без бая, друзья, они без байбека, Рамзес умирает также, но он с баем. Киатака также с байбеком, умирает у нас Антарес, и дело в том, что ультракил делает Сэвэдж, но это не важно. Роман, вы что, 30 секунд, думаю, Ладно, пока сидит, он думает, что меня крипов сделает, это будет биться до последнего парня. Так, поймали Кеток, купается Рамзес, но почему так поздно? Где ты был раньше? 2 секунды, ой, 2 секунды, 8 секунды, Кет, да, соло. Возможно, соло там что-то смогут с 30 уровня побыковать, как-то, не знаю, попадаться, да? Ну что, подниматься. Рэвэш нажимается, первый пошел. Сейчас будет второй, последний фреш, найс, джабс. Убили Рамзеса, друзья, минус Рамзес, все. Без Рамзеса только чудо какое-то нужно сделать, постараться. Рамзеса зафокусили, съели фокус от Мейера. Там сбоку у нас жаб сражается, пытается драться с Кетака, Мейера умирает. Минус Мейера, Микота бьется, есть у него хекс, сейчас ткается, даст он хекс по Киатаке. Помощь нужна Микоте, но нет помощи, падает Антарес. Киатака, давай, один против всех, сражайся как тигр, забирай Микоту. После бая убил, у него он с байбеки, у него есть байбек также. Микота с байбеком, Киатака, все, брат, на твоих плечах, давай, один, вошел всех бить. Ну там у меня крипы уже. Сэвэдж сломал сторону третью у нас. Киатака, конечно, даже если он умрет, у него будет байбек. Еще соло приходит, чем-то там пытается помочь как-то. На себя внимание пытается отвлечь. Киатака с даблдэм, с БКБ бегает, стоит на месте, падает. Киатака есть, байбек выкупается, обратно в игру, конечно же, он будет дефаться, но Рамсес понимает, что это конец. Это GG, друзья, и 2-0 талоны одерживают вторую победу в рамках второго группового этапа. Ну а панды потерпели второе поражение.